Лене много фотографий ходили, четко можно было заметить. Видите, тут даже не, верхняя губа, видите, там у сына Сережи. Но это наиболее такая характерная, когда он сам рисовал на себя шаржи, он вот эту линию свою носит, профиль очень четко. Почему, собственно, мой фильм о Сереже Довлатове я начинаю с этого кладбища? Я вовсе не любитель кладбищенской эстетики. Тем не менее, вот на это кладбище я хожу. Не потому, что здесь похоронен Сережа Довлатов, близкий мне человек, а потому, что я, как бы это сказать точнее, пропустил его смерть. Что произошло? Каждое лето я спасался от нью-йоркской жары, точнее не лето, а каждый август спасался от нью-йоркской жары и уезжал в атлантические провинции Канады. Это у нас на семейном лексиконе, эти поездки, назывались «Бросок на север». И Сережа за несколько буквально дней до нашей поездки пришел к нам и сказал: «Вы можете позволить такую поездку?» А я нет. Так вот, я уехал, и где-то уже под конец августа, под конец нашей поездки, уже возвращаясь из Канады в Нью-Йорк и остановившись в штате Мэн, я послал Сереже Довлатову открытку с поздравлением с днем рождения. Та открытка, которая до него не дошла. Эту открытку получила уже его вдова. Сережа умер за несколько дней до своего 49-летия. И наша дружба, я бы сказал, помимо общих интересов, не столько общих вкусов, вкусы были разные, но интерес был один. Этот главный интерес в его и в моей жизни была литература. Помимо этого, наша дружба объяснялась топографически, потому что, живи мы вдали от друг от друга, мы бы, наверное, наведывались друг к другу в гости, но не ежедневно, не ежевечерне
Дело в том, что это кладбище расположено в 5-7 минутах езды от его дома. Из его дома на углу 108-й улицы в Квинсе 6-го этажа из окна его квартиры это кладбище он мог видеть. То есть он не мог его не видеть. Он много думал о смерти. Естественно, кладбище, так сказать, подсказывало ему некоторые из этих мыслей. И вот что еще интересно. Сережа прожил 10 лет рядом с этим кладбищем, в виду этого кладбища. И вот уже ровно 10 лет, как он лежит на этом кладбище, вблизи от своего дома. Этот топографический фактор я бы даже мог еще расширить. Дело в том, что все как-то оказалось вблизи. Хотя мы с Сережей Довлатовым были двойными земляками и по Нью-Йорку, а до этого по Ленинграду. И в Ленинграде мы тоже жили недалеко друг от друга. Но здесь как-то мы оказались в очень тесном гетто. Кладбище рядом, 108-я улица, главная иммигрантская артерия. А Сережа жил в гуще этой иммигрантской жизни. Я жил в 5-7 минутах ходьбы от его дома. Так вот, почему я меняю местами эпилог и пролог? Почему пролог, начиная эту передачу, с конца жизни Довлатова и по топографическому признаку, и по чувству собственной вины? Я остался в долгу, Сережа. Об этом я еще расскажу. Почему я произвожу вот эту, выражаясь шахматным языком, рокировку, ну или грамматическую инверсию, меняю одно с другим, мешаю одно с другим, пролог с эпилогом, не только из-за чувства вины, не только из-за топографии. Мне хочется начать с его конца, мне хочется начать с итога, чтобы в этом моем фильме выяснить, что же это был за человек, что же это была за жизнь. Как она была прожита? И мне в связи с этим кажется, что наиболее приемлемые условия существования создает для человека та система, внутри которой я нахожусь сейчас. Она несовершенна, она очень далека от идеала, она создает свои проблемы, которые мы тоже пытаемся как-то решать, но ничего более приемлемого и более удобного и пристойного и согласуемого с человеческим достоинством мне видеть не доводилось. Пропагандировать рай очень легко и плодотворно можно, а пропагандировать норму очень тяжело. И поэтому объяснить, скажем, массам народу, что вот система, которая не функционирует, скажем, экономическая система, которая отказывается функционировать у вас, она может быть преобразована в не идеальную, но более приемлемую экономическую систему. В систему, где не решены проблемы богатства и бедности, где не решены проблемы равенства, но где человек может выбирать для себя тот вариант экономической, культурной, духовной, нравственной и бытовой жизни, который его устраивает.
Лена, это фильм, насколько я знаю, Евгения Корнева, да? Да. Мы находимся в квартире, в которой Сережа Довлатов прожил больше 10 лет, почти 11 лет. Это в квартире жил Сережа, Лена, его жена, Нора Сергеевна, его мама, Катя, его дочь, а потом родился еще сын Коля. То есть довольно-таки много народу, и у Сережи не было отдельного кабинета, но он вычленил вот из этой большой комнаты, он вычленил себе такой уголок, который тут же стал обживать. Он вообще умел, и ему было необходимо художественно, эстетически обживать то место, где он жил. Поэтому вот, вы видите все эти фотографии. Это сейчас кажется как бы мемориальным уголком, мемориальным музеем, который Лена Довлатова сохраняет. Мемориальным музеем Сережи Довлатова. Но на самом деле он создавался еще при жизни самим Сережей, который не мог иначе жить. Он все делал как бы сам, своими руками. Руки у него, кстати, тоже были очень хорошие. Он всякие мастерил ювелирные изделия, замечательно рисовал. То есть он был мастером, если не на все, то, извините за неологизм, на многие руки. Мы оба были с ним надомниками. И купив или дождавшись завтрашнего номера «Нового русского слова», мы отправлялись и закупив какую-то у того же Мони и Миши в магазине, где мы покупали «Новое русское слово» завтрашнего, и закупив там же провизии, мы отправлялись кому-то или к одному из нас, или к Сереже, или ко мне чаевничать с этой провизией. Естественно, чаще мы направлялись к Сереже. Я не знаю почему, может быть, в силу его кавказского гостеприимства, большего, чем мой еврейский. Может быть, в силу того, что просто он находился ближе к 108-й улице, вот этой эмигрантской магистрали, где был расположен, где до сих пор расположен магазин Моня и Миша. Не знаю почему, но мы приходили чаще к нему, и я как бы вообще остался в долгу. Не только в этом отношении, я об этом еще как-нибудь скажу, в других отношениях тоже, но в том числе в долгу, потому что Сережа у нас был реже, чем я у него. Часто мы иногда брали Гришу Поликова, иногда Лену Клепикову. Но вообще это были все-таки в основном такие мужские посиделки, мужские разговоры. Сережа был гостеприимен, и будучи сам достаточно безразличен к еде, всеяден, ему было все равно, чем наполнить, как он говорил, свое брюхо. А для других он очень старался. И вот я выписал из с моего автоответчика несколько его сообщений. К примеру, он говорит, я думал, может быть, что-нибудь съедим, это на ответчик, нас нет дома, по пирожному или по какой-нибудь диковинной пельмени, а вас нету дома. Или другой тоже месседж, как он говорил на автоответчике. Лена, имеется в виду Лена Довлатова, Лена уже приступила к изготовлению козла, так что отступление невозможно. Я вам буду звонить. Привет. Или еще такое сообщение. Володя, это Довлатов опять. Я вас продолжаю разыскивать напряженно. Если, многоточие, как только вернетесь, позвоните, пожалуйста. Привет. Всех обнимаю. Я приобрел редкостные итальянские колбасы в расчете на ваш изысканный вкус. И желаю вас угощать колбасой и смотреть кино. Привет. К чему я все это говорю? Потому что вот эти посиделки, разговоры о литературе для Сережи были необычайно важны. Сидели мы обычно на кухне, и у него была как бы вот то, что Мандельштам говорил, тоска по мировой культуре, тоска по разговорам о литературе, тоска по литературе. Он много занимался, вынужден был заниматься для того, чтобы кормить свою семью, много был вынужден заниматься халтурой, радиохалтурой. Он был прекрасным журналистом. Его слушала, ну, было привлечением сказать, вся страна, он работал на Радио Свобода. Но, короче, очень многие слушатели узнали Сережу Довлатова, журналиста, до того, как прочитали его книги, потому что книги еще были запрещены, а вот голос Сережи раздавался на просторах Родины Чудесной, и узнали его как журналиста, и полюбили его как журналиста, но для него была главная литература. Я бы сказал, литература была и женой, и любовницей, а это были так, случайные журналистские встречи на стороне, которым он, однако, отдавал и время, и силы свои, и очень из-за этого иногда огорчался. Скажем, он очень надеялся получить какую-нибудь премию, какой-нибудь грант, на который можно было бы жить год, два,
И хотя он наловчился иногда писать по 2-3, а иногда даже 4 скрипта в день, и потом их наговаривать на радио, он мечтал получить такой грант и говорил, что вот мне звонят со студии, говорят, вот есть такая-то тема, приходи, сделаешь ее. А я ему говорю в ответ, иди-ка ты, Юра, нахуй. Так ему хотелось отбояриться от этой постоянной, висящей над ним, как дамоклов меч, радиохалтуры. Той радиохалтуры, в которой он замечательно преуспел. Ну вот это противоречие. И что тоже интересно, о чем, наверное, мы сегодня мы поговорим с Леной Довлатовой, в своем завещании, а он как гениальный аккуратист, который действительно старался сдержать в себе хаос. Поэтому порядок, порядок, порядок. Он заранее написал завещание, естественно, заранее, но задолго до своей смерти. И там просил никогда не печатать, никогда, во-первых, свои письма, а во-вторых, свои скрипты. Те самые скрипты, из которых узнала его Россия до того, как прочла его прозу. И те самые письма, кстати, которые написал как человек импульсивный, страстный, горячий, злословный, замечательный литературный человек, который во всем выражал себя. В письмах он прекрасен, но он просил их не печатать. Потому что вот там выражалась какая-то та часть его души, та часть его состояния, которую он не хотел обнажать на людях. Он являлся, литература для него, это была как храм. Он являлся, ну вот как мусульмане, они снимают обувь перед тем, как войти в мечеть. То же самое для него была литература. Я с этим был с ним согласен. Я ему иногда говорил, что хотите стать великим писателем, напишите, что вы говно. А Сережа мне на это говорил, говорит, да, говорит, вот вы написали, что вы говно в романе с эпиграфом, что из этого вышло, имея в виду тот колоссальный скандал, который вызвал появление сначала отдельных глав, а потом всего романа с эпиграфами. То есть литература, и вот отсюда, когда понятное вот слово «тонаризм», я однажды ему сказал, мы снова гуляли по 108-й стрит, или уже сидели у него дома, а может быть у меня дома, я употребил это слово колоризм, который ясный, который ввели в российский литературный обиход акмеисты, оно ему страшно понравилось, потому что проза должна быть ясной, чистой, прозрачной. Он думал над этим, он был, наверное, педантичен в своем отношении к такой четкости и ясности. Что поразительно, что это противоречило тому, что он любил таких писателей, как Селлинджер, особенно Полфер, которые, я бы сказал, очень грязные в своей прозе, грязные в смысле много слов, они тащат как экскаватор все в литературу. Он не тащил все в литературу, он ставил пределы, он был не только редактором, не только корректором, он был цензором самого себя. Это очень важно. И если говорить честно, он любил разные книги, от великого Фолкнера до все-таки очень среднего писателя Куприна. Но если говорить честно, не сравнивая талант Довлатова с гением писателя, которого я сейчас назову, то я не знаю прозы более близкой пушкинской прозе, чем довлатовская. А сейчас мне бы хотелось снова вернуться к Лене Довлатовой, которая, конечно, знала Сережу как никто. Лена, несколько слов о том, что... Кто есть кто? Угу. Вот это мать Сережины Норы. Это был ее любимый снимок. Я увеличила маленькую фотографию. Это Сережа, вот опять-таки мы уже говорили про этот столик. Это Нина Алаверт сделала фотографию в редакции «Нового американца» для журнала «Saturday Review». Это тоже Сережина мама. Эта фотография одна из последних Сережи сделала. Мы были на даче с детьми. Вот они катались на пони, а я сидела около сарая и ждала. Сереже понравилась фотография, он ее увеличил. Здесь как бы больше само творчество, что ли, Сергея представленное такое его. Вот эта картинка, это он когда-то еще в Ленинграде нарисовал нашу маленькую дочку. Это такая карикатура. У нее на носу сидит попугайчик. Вот. Вот эта фотография, вы видите, это как бы Иосиф Виссарионович Сталин в углу. Но эта фотография не просто, так сказать, портрет Сталина, а это актер Юрий Толубеев, семейный знакомый, знаменитый актер Юрий Толубеев, должен был выступить в этой роли и готовил этот спектакль отец Сергея, Донат Мечик.
Это две матрешки. Это Сережа нарисовал вариант обложки предполагаемого журнала «Русский плейбой», который теперь очень в России хорошо выходит. Он должен был здесь состояться с теми же людьми, Сашей, Петей, Генисом, молодыми. И был сделан первый номер, я набирала. Он был готов. Нашлись люди, которые готовы были субсидировать издание, то есть постоянное. И типографию нашли в Пенсильвании, по-моему, где-то в Филадельфии, я не помню где. Увезли макет готовый, и все сгинуло. Все, больше ничего нет. Нарисуем, вот да. Эта картинка называется она «Рой медведев». Это, как вы заметили, рой. Рой, пчелиный или осиный. А там медвежата. Это рой медведев. Вот это, так сказать, двойное, это игра слов это и Гриша прочее Полик. Всего. Это Гриша Полик, которого нарисовал Сережа. К сожалению, вот здесь, я не знаю, куда она исчезла, здесь висела картинка, которую нарисовал наш сынок Коля маленький, который повторял эту картинку, тоже будучи невероятно смешной. Тоже Гриша Полик в очках изображал. Это человека можно знать. Да, это Палих, просто так для смеха поставлен сюда. Это картинка, которую Шаршин самого себя нарисовал Виктор Платонович Некрасов. Некрасов. И вот он себе столик приобрел. Столик так себе. Вот, но очень функциональный. Да, видите? Очень функциональный. Вот. И здесь вот стояла пишущая машинка. И он вот сидел вот здесь на стуле и только вот так вот поворачивался. Знаете, машинки своей. Вот. И здесь потом опять здесь начинал сразу вычитывал и этот сам клеил. Здесь вот он обклеил это все фотографиями. Не буду говорить, как он это все назвал. Но никогда Довлатов и. Окей. Значит. Короче, Довлатов и, да. Вот это, это исторический момент. Новый американец. Это состав нового американца. Таких моментов, этапов сложности в своей жизни. И это был очередной. Новый американец прекращал свое существование, и должна была родиться новая газета со всем составом, который... И одновременно Коля должен был родиться. Называл, да, Коля в скорости должен был родиться, да. Все, видите, должно было обновиться в нашей жизни. И на этом совещании было решено, куда все уходят. Это такой был момент. И должна была родиться газета «Новый свет». И она родилась, и вышло 9 номеров, потом они обратно. Новый американец. Она влилась в новый американец, он снова начал, как бы возобновил свою жизнь. Но вот этот день, когда вот все решилось, вся редакция собралась, это фотография Нины Алаверт. Это в Центральном парке. К юбилею нового американца, когда ему должно было исполниться один год. Готовили массу всего, материалов, которые вот почти два года назад. Где профессор? Да. Прикройте пока время, у меня там чайник кипит. Чай хороший. Вот мы находимся в той самой кухне, о которой я говорил, куда мы приходили, купив новое русское слово, и провизии в том же магазине колбасу, итальянскую колбасу, рассчитанную на ваш утонченный вкус, как Сережа предупреждает на ответчике. Вот. Да. И вот, конечно, здесь все изменилось, Лена Власова изменила эту кухню. Но это та самая кухня, мы здесь разговаривали. В общем, чуть ли не каждый вечер, Лена. Да, частенько, да. Надоедали, Гриша, мама. Гриша. Да, и Гриша, Коля. Иногда Лена Власова всегда присутствовала и участвовала. Я, она Сережа всегда всем делала замечания. Словесно, она говорила, Володя, так не говорят. Да. Сережа организовывал стол, а я убирала. Да, ну Сережа тоже. Сережа, вот я тоже скажу, Сережа тоже был туристом. И, скажем, он говорил, что нельзя говорить пол второго, надо говорить половину второго. Нельзя говорить там пару дней. И требовал точно, это такая была ленинградская замечательная филологическая школа. Но я-то проживший некоторое время еще и в Москве, помимо Ленинграда, я удивлялся, я говорю, Сережа, я говорю, ну не лень вам говорить половину второго, когда можно сказать просто пол второго. Сережа, говорю всегда половину второго. Я уже говорил
и неоднократно об этом писал, и даже один очерк, мемуарный очерк про Довлатова, у меня так и назывался, «Довлатов на автоответчике», что как-то уже спустя много лет, несколько лет после смерти Сережи, я вернулся домой и случайно нажал, с техникой у меня сложности всегда, нажал не на ту кнопку автоответчика, и вдруг комната огласилась голосами мертвецов. Здесь была и моя мама, и наш с Леной покровитель, спонсор Эрвин Хау, который печатал наши статьи в своем журнале «Десент», очень хороший писатель. Здесь был и Харрисон Солсбери, другой наш друг из «Нью-Йорк Таймс». И здесь еще один мертвый голос, то есть голос-то живой, это голос Сережи Довлатова. И его реплик на автоответчике было больше всего. Как бы... Вот он выпустил книгу «Solo на Underwood», потом «Solo на IBM». Я могу себе представить, что если собрать его реплики на автоответчиках, его друзей, не только которые он оставил у нас с Леной, то это тоже может быть такое «Solo на автоответчике». Это может быть целая книга. И вот даже те 15-16, я не помню уже сколько именно, которые я привел в своем мемуарном очерке, они настолько хороши, лаконичны и образные, что хочется их цитировать и цитировать. Для него это, для других, это был просто сообщительный информационный жанр. Для него это был литературный жанр. Потому что чего Сережа не касался бы в разговоре или в телефонном или разговоре, в устных беседах, в журналистике, он всюду вносил свой талант. И, кстати, лаконизм, свойственный его прозе, вот этот лаконизм одновременно как-то наложился на краткость, которая необходима на автоответчике. Но вот 3-4 фразы, я сейчас приведу несколько, и то они замечательные, совершенно несравнимы с другими сообщениями, которые просто информационные, сухие информационные, по-английски или по-русски. Пожалуйста, несколько реплик. «Володя, это Довлатов. Я звоню всего лишь для того, чтобы вас предостеречь. Боже упаси, не пойдите смотреть фильм по Кундере. Это 3,5 часа невообразимой херни. Это не тот случай, когда одному нравится, другому нет. А это не двусмысленная, отвратительная грязная дичь. Привет». Почему он говорит, что не двусмысленно? Потому что иногда мы сходились в чем-то, а иногда не сходились. Что-то ему нравилось, что-то не нравилось. Здесь это для него не двусмысленно. Следующее тоже про кино. Несколько реплик. «Володище, это Довлатов. Я совершенно забыл, что вы отъехали с палаткой. Я вас хотел зазвать на модный советский кинофильм «Человек с бульвара Капуцинов». Значит, теперь, когда вы вернетесь, мы, скорее всего, уедем. Но порыв был, что и отметьте. Целуем». Еще. «Володя, это Довлатов. Я звоню, чтобы убедиться в следующем. Мы бы, естественно, какие-то оточи и междометия, неточности в устной речи. Мы сейчас поедем по делам в 2 часа или в час, или в 2 все-таки вернемся. И вот я хотел бы вас заручить в промежутке от 6 до 8 кино смотреть с чаем и сосиской. Просто не знаю, будете ли вы в это время дома. Я буду еще в течение дня звонить, раз я уже вас сейчас не достал. Ну, всего доброго, всех приветствую». «Володя», в тот же день. «Довлатов опять домогается вас. Во-первых, по-моему, у вас отвратительное произношение английское. Извините за прямоту. С другой стороны, я вас как бы разыскиваю так напряженно, потому что я хочу кино. Я не знаю, то ли вы надолго уехали. Алло». Это, видимо, ответчик, который был рассчитан на 1 минуту, я случайно поставил, он прервал Сережу. «Володя, это Довлатов опять. Меня прервали в прошлый раз. Я вас продолжаю разыскивать напряженно. Если как только вернетесь, позвоните, пожалуйста. Привет. Всех обнимаю. Я приобрел редкостные итальянские колбасы в расчете на ваш изысканный вкус. И желаю вас угощать колбасой и смотреть кино. Привет». Вышел, значит, из поезда на Балтийском вокзале, зная из моих писем, что это замечательное, чудное, культурное, уютное, патриархальное место, он вышел из поезда и в ту же секунду толпой отделился.
вырвался человек, не говоря ни слова, ударил его по лицу, приняв за кого-то другого. То есть произошло чистейшее недоразумение. Он, значит, так довольно сильно ударил Федю по лицу. После ночи Рысков каким-то образом там сопротивлялся и, может быть, даже взял верх, но после этого он говорил, как только заговаривали о Таллине, он говорит, да что вы, это страшное место, я не успел выйти на перрон, мне дали в морду тут же. Так уж у нас повелось, что когда я или мы с Леной Крепиковой приезжаем в Москву, мы останавливаемся у нашего старого и доброго приятеля Коли Анастасьева. В свою очередь, Коля Анастасьев останавливается у нас, когда он приезжает в Нью-Йорк. Сначала надо, видимо, должен представить, что это Коля Анастасьев. Для меня он Коля Анастасьев, а вообще-то Николай Аркадьевич Анастасьев. Крупный российский американист, специалист по Фолкнеру. То есть я тогда работал в иностранной литературе, это была еще незрелая перестройка, скажем, где-то, так сказать, срединные годы перестройки, но уже ветра подули, как бы, так сказать, либерализм набирал силу, можно стало говорить о том, о чем раньше говорить было нельзя, и собеседовать с теми, с кем раньше было собеседовать нельзя, и даже делался вид, что таких-то собеседников и вообще не существует. Ну, то есть русские писатели-эмигранты. И вот наш журнал затеял анкету. Помимо вопросов, мы предлагали участникам анкеты сказать все, что они хотят о себе. Вот как сложилась их судьба за пределами ответов на конкретные вопросы. Надо сказать, что многие из участников щедро воспользовались этой возможностью. Не хочу называть имен сейчас, но некоторые просто как бы забыли о вопросах, а все рассказывали о себе, как им было плохо и почему они оказались там в Америке, в Германии, в Италии, во Франции, ну, в Англии, вот в основном в этих пяти странах. Сергей же очень кратко, лаконично ответил, вот, как бы воспользовался этой возможностью, а дальше заговорил по существу. Я ему после этого направил благодарственное письмо, где написал, начал, например, дорогой Сергей Донатович, ну и так дальше, большое спасибо, и так дальше, и получил очень сухой ответ. Уважаемый господин Анастасьев, спасибо за ваше письмо, спасибо за предоставленную возможность выступить. До свидания. Поэтому, когда я вскоре после того, как вышел журнал, приехал сюда в Нью-Йорк, я даже не пытался, мне как-то обидно стало, дорогой Сергей Донатович, уважаемый господин Анастасьев, то есть он сразу поставил некую преграду между мной, которая явно не располагала к тому, чтобы пытаться установить более близкое знакомство. Поэтому, приехав в Нью-Йорк, я просто решил послать ему почтой журнал, сопроводив его примерно такой же запиской. Уважаемый господин Довлатов, вот вам, так сказать. И я уже собирался это сделать, когда позвонил вот Володя Соловьев, мой давний, сначала ленинградский, извините, не петербургский, а именно ленинградский товарищ, потом московский, когда они с Леной переехали в Москву, ну а потом уже отчасти и нью-йоркский друг товарищ, и сказал, что вот, мол, заезжай, а неподалеку живет Довлатов, и мы к нему зайдем, он ждет. Ну, я решил воспользоваться этой возможностью, естественно, и стал посылать журнал почтой, приехал, мы встретились, прошли к Сергею, который здесь рядом живет. Ну, беседа как-то не складывалась, знаете, вот тут-то я как раз и ощутил некую неготовность трёпу, стёбу, как бы сейчас у нас сказали. Очень строгая такая была беседа. И шла она ни шатка, ни валка. И, в общем, я подумал, что надо, пора уже закругляться, вот, передать журнал, там выпить еще по рюмке и идти. Но тут случилась странная совершенно эльфопетровская история, потому что у него была собака по кличке Яша, которая сильно сначала меня облаяла, а мы с женой были, нас облаяла. Вот, а потом что-то такое, маленькая такая собачонка, даже, честно говоря, породы сейчас уже не помню, устроил где-то у моих ног и, как мне показалось, затихла, занявшись своими делами. Но, как выяснилось впоследствии, вот когда я собрался уходить, дела эти заключались в том, чтобы съесть мои штаны. И когда я встал, ну, это точно щукинская, так сказать, инженер, как инженер Щукин, я выглядел, всех страшно хохотали, и я вполне понимаю, я и сам засмеялся, хотя жил я тогда на Манхэттене, как бы добираться через Нью-Йорк, вот когда у тебя штанина до колена проедена, как-то странно, даже в Нью-Йорке со всеми его либеральными нравами.
Сергей страшно смутился, и сколь позволяла, с одной стороны, сколь позволяли, с одной стороны, весьма скромные размеры его кухни, а с другой стороны, как вы знаете, его могучий торс, попытался куда-то бросить, потому что куда бросить, я сейчас пойду куплю вам брюки, сказал он, хотя, честно говоря, было уже часов 12, где он собирался найти в Квинзе брюки в это время. Я не так хорошо, конечно, знаком с жизнью этого района, но сомневаюсь, чтобы в подобного рода магазины в это время работали. В общем, с трудом удалось его удержать, и после этого беседа пошла славно, хорошо, мило, хотя вот было бы с моей стороны бестактно и неправильно сказать, что мы стали друзьями. Мы так и не пришли на «ты», хотя одного возраста люди. Но доброе знакомство сложилось. Доброе знакомство сложилось, и, в общем, вот за обликом, невыдуманным обликом этого рафинированного, при всей своей кажущейся простоте интеллигента, этого аристократа, все-таки приоткрылось какое-то милое, живое, славное и, естественно, очень остроумное, но это все знают, да, лицо человека, который мне чрезвычайно дорог. И вот сейчас, когда я сюда приезжаю, уже 10 лет его нет, здесь какой-то дух Сергея для меня постоянно витает. И у меня даже иногда возникает ощущение, что вот этот район Квинза, там ограниченный там 108-й улицей, Квинс-бульваром, собственно говоря, как бы даже и не живая реальная жизнь, а некие театральные подмостки, где он расставил героев, где он придумал декорации, где он подслушал и записал эту самую речь. 60-м не могу не рассказать одну историю, которую, если у вас хватит терпения и пленки. Значит, из Европы приехал в Нью-Йорк искусствовед, фамилию которого я по разным причинам не буду называть, и оказался, значит, в нашем обществе, и мы ему предложили немножко выпить. Он сказал: нет, ни в коем случае, я слышал, что в Нью-Йорке очень опасно, и я бы не хотел быть в нетрезвом состоянии, это может как-то убить. Опасности, которые меня подстерегали. Тут мы все сразу набросились, сказали: да что ты, в Нью-Йорке никогда ничего не происходит, это пропаганда, это эффект газетный, так сказать, эффект свободы слова, в газетах без конца пишут каждое преступление, там с утра до ночи обсуждается, ничего этого нет, вот я 20 лет живу в Нью-Йорке, там дочка ходит 2 часа ночи. Короче, его убедили, что в Нью-Йорке никогда ничего не происходит. И он так с облегчением выпил одну рюмку, другую, и несколько так разгоряченный и прозовевший отправился на Penn Station, на автобусный вокзал. И, значит, сидел на деревянной скамье, там, читал какую-то газету, и к нему обратился довольно интеллигентного, как он вспоминает вида, человека, и сказал: ну что ж мы так сидим, может быть, нам зайти в бар. И искусствовед, значит, фамилию, которую я называю, сказал, что да, конечно, давайте зайдем в бар. Они вышли на улицу, этот интеллигентный человек остановил искусствоведа и сказал: так, спокойно, деньги, ни звука, значит, там, чистил его карманы, снял с него обручальное кольцо, пнул его ногой в зад, и, значит, он оказался на темной улице. И как-то поплелся обратно на этот самый автобусный вокзал, кое-как нашел дорогу с трудом, сел, и к нему обращается такой тоже интеллигентного вида, чернокожий, и говорит: что такое, на вас лица нет, тут кое-как его понял, говорит: да вы знаете, меня вот тут ограбили, тут говорит, надо же безобразие, надо звонить в полицию, что вы сидите? Он говорит: да я не знаю, как звонить, он говорит: ну я вам покажу. Они вышли, значит, с вокзала, тот сказал: стоп, деньги, значит, тот говорит: ну меня уже ограбили, у меня уже нет денег, он сказал: так сказать, часы. Тот снял, говорит, последнее, что у него оставалось, часы, значит, этот русский искусствовед. Этот чернокожий забрал у него часы, тоже хотел его пнуть ногой, значит, взад. Но тот сказал: я уже дороги не найду на автобус. Сказал: я тебя провожу, потому что американцы действительно очень, даже бандиты, очень дружелюбные по существу. И он сказал, что я сейчас тебя провожу. Этот ограбивший его чернокожий ведет, уже после второго ограбления ведет нашего, значит, искусствоведа. В этот момент налетает шайка каких-то малолетних преступников. Избивают искусствоведа, избивают этого чернокожего и отбирают у него часы, которые он только что украл у нашего искусствоведа. И после этого они остаются с кровоподтеками. Все это происходит в течение часа в центре Нью-Йорка. Остается, значит, и этот чернокожий, который тоже только что ограбил искусствоведа, он говорит: ну это проклятая страна, ну здесь невозможно выйти на улицу, ну что такое, часы последние сняли, то есть буквально, ну что это за молодежь, у них нет ничего святого, это абсолютно, так сказать, это подонки общества. И вот так, значит, тогда уже в полном отчаянии искусствовед пришел на этот автовокзал, позвонил ночью своему старому другу Борису Шрагину, и пытался назвать свою фамилию, которую, чтобы позвонить ему коллегам, то есть за счет самого, значит, абонента.
назвал свою фамилию, которую телефонистка, так сказать, неверно воспроизвела нам, мистер Страх, мистер Голан Страх. И Борис Шрагин подумал с просонья, что речь идет о каких-то стаках, то есть акциях, и что какое-то недоразумение, и сказал, значит, какие-то, сказал, там, оставьте меня в покое, и так далее, get lost, и, значит, положил трубку. И он уже Шрагин отвернулся, и глубокой ночью, значит, Голамшток, прикрывшись газетой, там, дрожа от страха, спал на этом вокзале. Значит, трижды был ограблен в течение одного часа в центре города. Сережа сам описал свою печальную литературную судьбу в своей книге «Ленинградское ремесло», точнее, в ее первой части «Невидимая книга», а вторая часть «Невидимая газета» посвящена уже нью-йоркской эпопее его. Так вот, ленинградская часть, он в том числе описывает и свои хождения по мукам и в Ленинграде, и в Таллине, куда он временно эмигрировал в надежде славы и добра. В Ленинграде он, вот у него есть такой эпизод. В «Авроре» произошла совсем уже дикая история. «Аврора» – это журнал ежемесячный, который выходил в Ленинграде. Лена Клепикова рассказы одобрила, передала их новому заведующему отделом, Козлову. Дальше Сережа описывает эту историю и потом приводит даже письмо, которое Лена Клепикова послала. Но мне кажется, что теперь можно услышать эту историю непосредственно из уст Лены Клепиковой, которая была редактором отдела прозы журнала «Аврора». Время 70-е годы. Начало до середины. Сережа приносил регулярно свои рассказы в журнал «Аврора». Ему было тогда 30 лет, немножко больше. Он производил впечатление начинающего. По-моему, никто его тогда не воспринимал всерьез. Ни журнальные люди, ни его коллеги по литературе, по прозе. Это Битов, Бахтин, Марамзин, раньше Бродский и многие другие. Его никто не воспринимал действительно серьезно. Я помню этот общий такой отклик. А, Довлатов, с некоторым пренебрежением. Его не только не воспринимали как оригинального писателя, в принципе, его не воспринимали даже как писателя вообще. Он такой был легковес, как бы наперекор его физическим данным. И Сережа довольно тяжело это переживал. У него была очень любопытная для тех лет убежденность, что он точно за своей прозой точно попадает в яблочко времени, что его заждался читатель, что его ожидает слава, только бы напечатали. Он очень боялся, что его время пройдет, так и не узнав любимого его. Он очень чувствовал эту тягу времени. А в любви к себе сегодняшнего дня он не сомневался. Он знал свою цену. Он щедро отводил себе роль мухи-однодневки в текущей прозе. Я помню, была потрясена, когда однажды он, стоя, разговорился. Он обычно всегда стоял, опершись на стол. На стол этот такой сумрачный гигант-кавказец с глазом пугливой газели. И он выдал мне такой свой писательский манифест. Я писатель-середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт, массовик-затейник, неизящный билетрист, хотя был как раз изящный. У меня нет тяги к будущему, у меня нет тяги в будущее. Я муха-однодневка, заряженная талантом и энергией, но только на данный день. А ей предлагают ждать до завтра и послезавтра. А вы мне предлагаете писать в стол и для себя. Вы даже представить себе не можете, как иногда до зарезу необходим читатель. Это он все тогда выдал в ответ на мой вполне беловой совет ему похерить навсегда надежду напечататься в Отечестве во что бы то ни стало и чего бы ни стоило. А стоило ему многого. Он едва не ревел при очередном отказе. Он действительно боялся, что время уйдет, а его так и не узнают. Так вот, чтобы все это... Возвращаюсь к «Авроре». Он приносил в «Аврору» свои рассказы в таких очень изящных, я бы даже сказала, щегольских папках, рукодельных. Он был вообще очень хороший и опытный рукодел.
во многих вещах, да, даже драгоценности делал. Вот, и он приносил эти папочки, я их, поскольку печатать это было невозможно, я их очень аккуратно складывала в шкаф для отказов. Я, как сейчас помню, нижняя полка шкафа, и там такая стопка папок, а наверху надпись от руки, от моей руки: «Возвратить Сергею Довлатову». Как раз в это время в наш отдел был назначен заведующим отдела прозы Вильям Козлов. Человек литературно невежественный тогда, сейчас не знаю как, и склонный принимать скоропалительные решения, без всяких сомнений. Как раз в это время школьников Ленинграда обязали собирать макулатуру. Не просто обязали, они обязаны были каждое утро являться в школу, малыш какой-нибудь, обязательно с пуком бумаги в руках. И кто-то, видно, в обкоме, какой-то из инструкторов обкома дал наводку на «Аврору». А видно, для них, для пионеров, очевидно, воспринимая «Аврору» как такой резервуар макулатуры. И вот Вильям Козлов, его первый день на работе, он пришел рано утром, и одновременно явилась эта ватага пионеров за макулатурой. И ни минуты не сомневаясь, то есть ни секунды даже не подумав, Вильям Козлов пригласил их в кабинет в отдел прозы и предложил весь шкаф со всеми рукописями, включая Сережины папки. Я не хочу, конечно, вспоминать сейчас реакцию Сережи, когда он, наконец, явился за своими рукописями. Да, кстати, он суеверно не приходил за ними очень долго, да. И там был и гнев, и возмущение, и отвращение. Но был такой, я бы сказала, мрачный символизм. Как будто то, что он работал, то, что он делал за эти годы, это все уничтожено и никому не нужно. Перерезано. И он снова начинал жизнь, он снова становился в его представлении начинающим писателем. Начинающим писателем он поехал в Таллин. Он был никому там не известен. И всем известна эта его тяжелая работа по скрупулезному, как всегда у Сережи, установлению связей с издательствами, с редакциями. Он работал в газете. И, наконец, невероятное счастье, его две книжки, одну детскую, другую взрослую, в Таллине, в таллинском издательстве, русскоязычном, собирались напечатать. И даже почти уже напечатали. Я помню это ликование, и вокруг, и все говорили. В общем, эти обе книги были зарублены на стадии верстки и гранок. И я об этом ничего не знала, и, поскольку все еще работала в «Авроре». Но однажды, именно в это время, как оказалось, «Аврора» вместе со всеми своими авторами отправилась на, так сказать, пропагандировать себя в Таллин, в соседний Таллин. И после выступлений мы с таким поэтом Сашей Кушнером прогуливались по Таллину, и вдруг он мне сказал: «А сейчас я вам покажу что-то очень любопытное». Здесь несколько слов о Саше в то время. Он тогда крепчал как официальный поэт и был поклонником легальной литературы. Можно жить в России, и нужно печататься в ней. И можно печататься в ней. А всяких Марамзиных, который тогда сидел в тюрьме, это был после суда над Марамзиным как раз, а всяких Марамзиных, Бродских и Довлатовых, те, которые пытались создать непечатную литературу, их ждет либо тюрьма, либо высылка, либо полный жизненный и творческий крах. И вот он предложил мне что-то очень любопытное. Я не знала, что это все было тайное. Мы вышли из старинного центра Таллина. И куда-то шли, я не помню куда. Единственное, что помню, лестницу какую-то очень темную, какой-то большой дом каменный, естественно, многоэтажка. И единственное, помню, мы вошли в очень большую комнату такую. И в углу, прямо напротив входа, сидел на полу Довлатов. Ну, я бы сказала, человек, убитый наповал. Но убитый наповал, но живущий еще из-за крепости своих жизненных сил, но только жизненных, физических. Он сидел на полу, широко расставив ноги, а перед ним, как-то очень аккуратно выстроенное, у него все было выстроено, у него все было очень аккуратно, он был большой аккуратист, стояла какая-то шеренга бутылок, наверное, около 100, может быть, больше 100, винных, водочных и, по-моему, даже коньячных. Я не знаю, сколько времени он пил, может быть, 2 недели.
Это было страшное зрелище. И я сейчас его вспоминаю действительно с ужасом. Во-первых, невозможно столько выпить и остаться живым. А во-вторых, передо мной сидел не алкоголик, конечно. Передо мной сидел человек, потерпевший полное крушение своей жизни. И алкоголизм, и вот эти все бутылки, это было наиболее адекватное выражение, вот этой катастрофы его жизни, его писательской жизни, а другой жизни для себя он не представлял. Только писательская жизнь была, жизнь писателя была адекватной формой его существования. После этого крушения и после эмиграции, неудачной эмиграции в Эстонию, Довлатову уже ничего не оставалось, как эмигрировать по-настоящему в Америку. В Америку опять приехал, снова приехал начинающий писатель. Но в отличие от трех других фаз его существования как писателя, ленинградского и таллинского, здесь у него были совершенно другие условия. Во всяком случае, условия полной свободы и ответственности за свои произведения. Как мы знаем, Довлатов, то есть, может быть, не знаем, но Довлатов был поклонником литературного блеска. То, о чем говорил его ментор Валерий Попов, который бросил это тяжкое занятие и стал многоводным реалистом, а Довлатов был верен этому до конца. И здесь, в эмиграции, Довлатов, у него тоже появилось это ощущение, хотя несколько ослабленное, что он опять может попасть в яблочко времени, правда, эмиграционного времени. И читатель его ждет здесь эмиграционный, но у него была иллюзия. Иллюзия читателя, ждущего того, может быть, российского масштаба читателя, который ожидает его прозы. А иллюзия, как говорил, по-моему, Шкловский, это достаточно прочный материал для писателя. Вот. И с этой иллюзией он работал и создавал свои вот эти рассказы новые, совершенно не похожие, кстати, на те, которые он приносил в «Аврору». Хотя я слабый отзывок их нахожу. У него это как бы болванки для его будущих блестящих рассказов, когда он действительно свою скрупулезную такое преследование точности и лаконизма в литературе предварил, наконец, в эти рассказы. Но все дело в том, что тогдашний Довлатов, ленинградский, действительно соответствовал своему времени. Он очень был, его очень подпирало время. Это была какая-то прямая связь. И того Довлатова уж нет. И в Таллине был тоже другой Довлатов, у которого были другие задачи, и которого тоже подпирало время, немножко более свободное, чем в Ленинграде. Того Довлатова тоже нет. И Довлатов, который был в Америке, это уже новый Довлатов, но с тем же ощущением успеха и правильности, соответствия времени в своей прозе, которое у него очень сильно было выражено. Он очень хорошо о себе знал. А теперь об этом знают все.